Комментарий по матчу, и Валер, ну, в Уфе тебя звали универсальный солдат за твою неуступчивость. Сейчас это прозвище осталось? Ну, не знаю, сейчас так никто больше не называет. А по игре скажу, что несправедливый счет. Считаю, что справедливым счетом должна была быть ничья, я считаю. Команды играли равно. Нам немножко не повезло. Валер, ну ты сегодня вытащил просто два мертвых мяча. Хотел насолить своим бывшему клубу, признайся. Я хотел выиграть сегодня. Я уже давно не играю за этот клуб. Я представляю другой клуб, поэтому я весь отдаюсь только этому клубу на данный момент. А ты же еще не играл на этом стадионе? Нет, первая игра. Ну как, понравилось что-то? А стадион очень хороший. Жаль, что в те времена этого стадиона не было. Тогда, может, и ты бы не ушел, Валер. Ну, все может быть. Но случилось так, как случилось. Спасибо тебе. И вам спасибо, с победой вас.